Юные художники «Красного луча» показали свои таланты. В парковой зоне города состоялась пленэрная практика воспитанников художественного отделения детской школы искусств. Она является неотъемлемой частью учебного процесса. Пленэр – это уроки на воздухе. Это такая практика, где детки все свои наработанные знания показывают вживую и, будем говорить так, рисуют с натурой природу. Но при этом еще и в своих работах раскрывают отношения к тому, что они видят. В пленэре участвовало 30 юных дарований разных возрастов. Галина Николаевна рассказала, что это очень хорошая практика для детей. Вырабатывает такие бойцовские качества, усидчивость, устойчивость взгляда, чего мы можем не добиться в работе в кабинетных условиях. В общем-то, это благодатная почва для развития творческих способностей детей. Пленэрная практика в школе искусств была запланирована на конец апреля, но в связи с погодными условиями пришлось несколько раз переносить. 10 июня ребята выполнили зачетную работу. Это завершающий этап пленэра. Юные художники исполняли свои работы в разных материалах – маслом, пастелью, акварелью, гуашью. На завершающем этапе мы разрешаем детям работать тем материалом, в котором они себя чувствуют очень хорошо. То есть это их материал, и в этом материале они могут передать все свои ощущения от увиденного. После практики жюри подвели итоги. Первое место заняла Анастасия Бабич. Вторые места – Татьяна Молодцова и Екатерина Семенова. Третье место получили Мирослава Бодер и Валерия Галушкина. Детей наградили грамотами от администрации. Их вручал Юрий Кондратенко, а также Юрий Анатольевич порадовал сладкими угощениями.